21 февраля во всем мире отмечался Международный день родного языка, провозглашенный ЮНЕСКО в 1999 году для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В рамках этого праздника в образовательных организациях Краснокамского района ежегодно проходит декадник родных языков. В районе организовано изучение 4 языков как родного – башкирского, русского, татарского и марийского. Развитие национального образования начинается с детского сада, где изучение родного языка обеспечивает преемственность при поступлении в школу. Начиная с самого раннего детства, в дошкольных образовательных учреждениях через организацию национальных уголков воспитанники в игровой форме знакомятся с культурой и бытом народа. Для изучения всех родных языков в образовательных учреждениях создана соответствующая учебно-материальная база. Во всех средних и основных школах оформлены кабинеты родных языков. Образовательные учреждения обеспечены комплектами аудиовизуальных пособий, электронными учебниками, современными информационными средствами. В 30 образовательных учреждениях нашего района введены стандарты второго поколения в начальном звене, что составляет 100% школ. В школах района реализуются следующие учебно-методические комплексы. Это перспективная начальная школа, начальная школа 21 века, школа 2100, школа России и планета знаний. В начальном звене со второго класса введен предмет информатика, согласно стандартам второго поколения. И этот предмет изучается как самостоятельно, так и интегрированно. Основными результатами образования в начальном звене должны, согласно нового поколения, должны стать формирование предметных универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность учащихся продолжить образование в основной школе, воспитание умения учиться, способность к самоорганизации с целью решения учебных задач, индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – это эмоциональный, познавательный и саморегуляции. В школах создана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального, муниципального и местного уровня, регламентирующая внедрение стандартов второго поколения. В этом году декадник прошел в рамках празднования Года литературы, 70-летия Победы и Международного дня родного языка на базе основной школы деревни Новый Буртюк по теме «Воспитание национального самосознания учащихся через литературное творчество родного края». Участники семинара побывали на открытых уроках башкирской и татарской литературы. Сначала у нас были открытые уроки, дальше внеклассное мероприятие. Наши дети с удовольствием активно участвуют на уроках родных языков. Домашние задания всегда готовят также на родном языке, пишут сочинения, стихи, рассказы. Эти произведения периодически печатаются в газетах и журналах района и республики. Я люблю свой родной татарский язык. Меня с раннего детства песнями на родном языке убаюкивали. Мои мама и бабушки любят свой язык. У меня есть любимые произведения Умысы Джалила, стихи «Красные ромашки» и баллады «Соловей и ручей». По татарскому языку у нас ведет Дифина Халяфовна. Она помогает глубже изучать родной язык и любить его во всех проявлениях. Работа завершилась за круглым столом, где участники рассматривали вопросы организации информационно-развивающей среды в процессе обучения родному языку. Перед собой поставили цель содействовать интеллектуальной и творческой деятельности одаренных обучающихся в образовательных учреждениях.